Здравствуйте, это урок, как сделать вот такой эффект слайд-шоу. Но я много картинок ставить не буду, а с одной картинкой покажу, вот как сейчас уже сделал. Вот он, тут несколько эффектов. Сделаю новую сцену. Так. Закину картинку. По размеру уж надо. Так, картинка есть. Теперь правой кнопкой нажимаем на картинку. Здесь вот break. И разбиваем его на квадратики. Здесь можно указать другое количество. Но я оставлю по умолчанию. И вот он разбился на квадратики. Теперь ставим эффект. Но я сейчас опять искать не буду, я просто возьму, который уже есть. Вам этот исходник тоже дам, чтобы тоже эффекты не искали. Конечно, можете свои потом вставить. Вот и все. Вот у нас с четырьмя эффектами. Под ней белый фон. Я уж не стал картинки тут, чтобы урок покороче сделать.